Староскурскую организацию Белгородского регионального отделения Союза журналистов России возглавила Евгения Ташманова. Коллеги единогласно проголосовали за ее кандидатуру. Также Ташманова является членом Белгородского регионального президиума Союза журналистов. Предыдущие 5 лет Староскурской организации руководил директор издательского дома «Оскольский край» Евгений Горожанкин. На собрании он рассказал о проделанной работе, отметил, что удалось сохранить традиционно стильную староскольскую ячейку, провести множество мероприятий, оказать помощь ветеранам отрасли. Коллеги поблагодарили Горожанкина за проделанную работу, его активную деятельность отметили и в области. В этот раз форум проходил в дистанционном формате. Работали 3 стационарных площадки в СОФМГРИ, библиотеке имени Пушкина и редакции газеты «Зори». Староскольская организация состоит 70 журналистов. Всего областной профессиональный творческий союз объединяет более 500 человек. Участие в мероприятии принял новый руководитель регионального отделения союза Юрий Гусаков. Он подчеркнул, что староскольским журналистам повезло с новым руководителем. Замечательный руководитель журналистской организации, с потрясающей энергетикой, творческая, известная в сообществе в местном и даже далеко за рамки местного сообщества известная она. Большой профессионал, умница, всяческих ей успехов желаю. Всегда здесь кипела журналистская жизнь. Вот. Очень прекрасные журналисты, очень хорошие коллективы, сильные журналистки, очень много прессы, СМИ. Свобода слова в Старом Осколе, она действительно имеет место быть не на словах, а на деле.